karşı gelsin. Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо», с вами Роман Карасев. И сегодня в этом видео вы увидите тренировочный сбор совместный национальной команды Болгарии до 18 лет и национальной команды Турции до 18 лет по дзюдо. Подготовка, последний этап к первенству мира до 18 лет, который пройдет в Загребе, Хорватия. Мы приехали по приглашению Федерации дзюдо Турции. Спасибо большое Федерации дзюдо Турции, президенту Федерации дзюдо Турции, главному тренеру команды Турции до 18 лет Шарипу Абанозу и всем тренерам турецкой команды. Команда Болгарии состоит из 12 спортсменов, часть из которых будет представлять Болгарию на первенстве мира. И мы сейчас вот находимся в том спортивном зале, в котором будут проходить тренировки. Давайте посмотрим, как выглядит вообще спорткомплекс и зал для проведения занятий. Сегодня начинается тренировочный сбор, совместный тренировочный сбор сборных команд от дзюдо Турции и Болгарии. И я нахожусь здесь, в городе Измит Каджали, где первый день сегодняшнего тренировочного сбора. Большая благодарность Федерации дзюдо Турции за предоставленную возможность для команды Болгарии участвовать в этом сборе. Полностью все взяла на себя Федерация дзюдо Турции. Большая благодарность Шарипу Абанозу, всему коллективу тренеров национальной команды Турции и, конечно же, президенту Федерации дзюдо Турции. На тренировочном сборе находится 12 спортсменов из Болгарии и 3 тренера. Это Владимир Ельчининов,
Константин Топалов и я, Роман Карасев. Тренировочный процесс начался, вот сейчас проходит разминка спортсменов. В тренировочном сборе участвуют, как мы видим, и юноши, и девушки. Это последний этап подготовки к первенству мира до 18 лет, который состоится в конце августа в Загребе, Хорватия. И сейчас ребята и девушки готовятся к этому первенству мира. Владимир Николаевич, ну как вам обстановка первого дня? Как ощущение, как зал? Ну, мне кажется, этот зал для сбора будет маловат, потому что это пока первая тренировка. Я думаю, что раза полтора, может даже два количества участников увеличится. Поэтому здесь, может быть, будет тяжело. Так, зал рабочий, так, в таких залах и надо тренироваться. В этом зале человек 30 может тренироваться. На 2-3 тренера уже хорошую филатурную работу делать. Здравей, Коста! Днес първи ден лагер за български и турски отбор за под джудо, подготовка к световно первенство до 18 години. Твоето мнение от първи ден? Ами, това, както сам казвам, това е първата тренировка. В момента се още загряват. Мисля, че ще стане един хубав лагер. Събрали се с добър... Националният отбор на Турция има доста добри деца на тези възрасти, така че заедно с нас ще стане един хубав лагер. Владимир Николаевич, давайте, вот сейчас прошла разминка, и ваши первые впечатления, вот вы со мной поделились вне камеры, а сейчас на камеру поделитесь, как-то разница болгарских, турецких дзюдоистов. Что скажете? Ну, как я тебе сказал, по мнению техники, учеником не видно, что турецкая команда более качественная. И броски готовят, и скорость другая. И, вообще техника выше, чем у болгар. С чем это связано, может быть, по вашему мнению? Ром, я тебе говорил, что в принципе это как раз недостатки, наверное, болгарской федерации, как они работают, потому что у нас, например, ты сам знаешь, в России, в любом центре, каждую неделю там идут дни борьбы. Я спрашивал, у болгар этого нет. Рядом живут, и никто между собой не встречается. А внутри своего коллектива ты никогда не вырастешь на хорошего. Ты всегда растешь только на более сильном или просто, как сказать, на свежем спортсмене, который заставляет тебя мобилизоваться. Когда ты дома тренируешься с парнем, ты упал, бросили, ты бросил, тебя бросили. Нет вот этого такого раздражителя соревновательного. Поэтому польза от таких, конечно, тренировок не очень много. А здесь я знаю, что в Турции много ездит по Европе, много спортивных лагерей, которые, где можно за день там, по 20 схваток в день бороться. Ну вообще, как вы думаете, болгарским спортсменам на пользу пойдет? Ну, конечно, пойдет на пользу. Но я все равно всегда говорил вам, что вообще вот эти тренировочные лагеря, тут, как говорится, палка о двух концах. Если, например, ты приезжаешь сюда,
ну, просто побороться, то получается, что у тебя растет эффективность защиты, но пропадает эффективность нападения, потому что многие такие сырые, неподготовленные вещи, новые технические действия, которые ты хотел бы совершить, они не проходят вот в этой обстановке. Поэтому из таких лагерей надо делать еще много, ну, как бы, творческую лабораторию, я так бы сказал. То есть, где надо, не боясь, смело попробовать новые вещи. Не устраивать Олимпийские игры, а просто именно экспериментировать, учиться, исправлять свои ошибки, находить ошибки своих соперников, чтобы потом с их помощью обыгрывать их на соревнованиях. А просто выходить и бороться, это тоже не очень хорошо. Да, я говорю, как я тебе сказал, эффективность защиты возрастает, но нападающий компонент, к сожалению, немножко проходит. Здравствуйте, Шарик. Доброго дня. Сегодня начался первый тренировочный сбор совместной команды Турции и Болгарии. Во-первых, спасибо большое, что оказали содействие и Федерации дзюдо Турции, и вы лично в таком сборе для команды Болгарии. Вообще, ваше мнение, такие сборы совместные хорошо, плохо оказывают влияние на спортсмена? Как? Доброго дня, Роман. Я приветствую вас в городе Кузьмин. Опять мы недавно виделись месяц тому назад. Это было, да. Мы перед юношескими вот эти Олимпийские игры, которые проходили в Словении, в Мариборе, хотели после этого на мир и пригласить еще 2-3 стран. Но не получилось, в Грузии не получилось приехать. И еще пару стран хотели приехать. Конечно, вот такие совместные сборы, это очень хорошо. Такая команда, как Болгария, рядом соседи, получить опыт и передать опыт такие совместные сборы, схватки, очень полезно бывает, конечно. Надеемся, что и сборная Болгария, и сборная Турции хорошо отборется и покажет хороший результат на чемпионате мира в Хорватии. Спасибо. Часть первого дня тренировочного лагеря прошла, и был такой небольшой сбор команды Болгарии, на котором вы сказали такую речь. Для теперь для слушателей, так сказать, этого видеофильма, скажите вкратце, что вы хотели донести до спортсменов болгарских? Ну, во-первых, что я хотел донести, чтобы они наконец-то стали бороться, думая головой, а не мыслями. Вот. И указал на основные ошибки их, и в основном опять это, конечно, захват. Они, к сожалению, очень много борются в российском захвате, а турецкие спортсмены жестче берут захваты плотные, на спине, с поясами. Естественно, шансов для атаки у таких захватов гораздо выше.
Вообще, я как инженер знаю, что чем ближе, чем плотнее контакт у спортсменов, тем выше оценка бывает и выше вероятность проведения броска. С дальней дистанции в классическом захвате атаковать очень сложно. Я контролирую соперника за меня захватом, он меня контролирует за меня захватом. Поэтому я учу людей, чтобы они умели эту ситуацию, как так называемую рамку, разрушать, сокращать дистанцию в этих захватах. И тогда эффективность борьбы увеличивается и дает хороший результат. То есть вы ребятам дали вот такие рекомендации, чтобы они больше... так сказать, не сражались сила на силу, да, техника на технику, выполнение броска, а именно тактически выстраивали поединок? Ну, это основа всех результатов моих учеников, потому что я их учил именно такой, как бы, ну, критерий такие, чтобы соперника разрушать, не давать ему реализовать себя ни захватов, ни выигрышей позиции. Ну, в утренней части... Конечно, этого не было, да, вот такой работы. Ну, как я говорю, деневиация была. Болгары налетались хорошо очень. Я не видел, чтобы кто-то выиграл. Само все падали, и турецкие спортсмены обыграли. То есть, ну, видно, что уровень турецких спортсменов, именно профессиональный, их подготовленный к схваткам, более профессионально, более надежно. Ну что, посмотрим дальше, продолжение. У нас впереди целая неделя. Ну, надеюсь, что будут они у нас порадовать. Но в любом случае, наверное, будет на пользу эта тренировочная работа. Любая работа на пользу, конечно, все там же свежий опыт. И даже отрицательный, но все равно дает пользу. Будем надеяться. И мы благодарим, конечно, и Федерацию дзюдо Турции, и тренерский штаб с таким, так сказать, радушием принявших болгарских спортсменов и нас в том числе, залетных птиц. Ben bitirdim. 30 saniye ardından arkadaşım. Tamam. Tutuşlar değişti.
мастер-класс от Шарипа Абаносова.